20 ноября в Доме культуры поселка Ильский состоялся ежегодный фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажигай». 13-й по счету фестиваль собрал любителей музыки со всего района. На мероприятии встретились музыканты из 8 городских и сельских поселений. Начальник управления культуры администрации муниципального образования Северский район Галина Куролесина подчеркнула, что каждый творческий человек должен развивать свой талант. Я, ребята, от всей души желаю вам только победы. В любом случае, вы все прошли отбор в своих поселениях. 8 поселений сегодня направили нам наше будущее эстрады Северского района, Краснодарского края и очень надеемся, что Российской Федерации. Наш замечательный фестиваль собирает любителей музыки уже в 13-й раз. Год от года на сцене Северского района зажигаются новые звезды, раскрываются новые таланты. В добрый час! Состязания вокалистов проходили в 2 возрастных группах – от 14 до 18 и от 19 до 25 лет. Степень таланта конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли профессиональные композиторы и преподаватели музыки. Оценивались не только вокальные данные, но и умение исполнителя создавать сценический образ. Фестиваль «Зажигай» — это полная свобода творчества. Тематическое направление, манеру исполнения, музыкальный стиль выбирает сам исполнитель. В этот день со сцены звучали как малоизвестные песни, так и произведения, уже ставшие хитами. В конкурсе участвовали не только солисты, но и целые ансамбли. Некоторые из участников получили специальные отметки жюри. Ниневия Павлова награждена дипломом открытия фестиваля, а Анастасия Присяжных из Краснодарского краевого колледжа культуры дипломом «Чарующий тембр».